По всей России продолжаются массовые зачистки коррупционеров и оборотней в погонах. ФСБ задержала группу высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов Карачаева-Черкесии. Задержаны советник главы региона Ильдар Байчоров, начальник отдела экономической безопасности МВД по республике, подполковник Тимерлан Байкулов и несколько сотрудников Минсельхоза. Их подозревают в хищении госсубсидий на 60 миллионов рублей. У всех прошли обыски. По данным следствия, организатором мошеннической схемы начальник управления комитета против коррупции МВД по Карачаево-Черкесии Хусей Узденов. Во время обысков в его дворце правоохранители нашли несколько миллионов рублей наличкой, 8 пар элитных часов, несколько телефонов и украшений. Очевидно, что в ближайшее время нас ожидают новые громкие задержания других лиц, связанных с этой группировкой. Также в рамках текущей ситуации под особым прицелом государства находится Министерство обороны, в котором уже одних только громких задержаний за последнее время перевалило за несколько десятков. Так, ранее задержанному бывшему главному коммунальщику Минобороны РФ Сергею Харитонову за взятки в особо крупном размере суд назначил 9 лет лишения свободы. Также за решетку на 8 лет был отправлен заместитель Харитонова. Помимо прочего, с каждого было взыскано по 30 миллионов рублей. Крупная рыба попалась и в Росприроднадзоре. Преображенский суд Москвы арестовал бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова по делу об особо крупном мошенничестве. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Долматову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 июля. По предварительной информации, дело связано с хищением на 370 миллионов. Редакция «Момента истины», в свою очередь, продолжает принимать обращения от граждан. Если вы столкнулись с произволом или несправедливостью, свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.